Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Всем хорошего настроения, успехов в работе, в учебе, в личной жизни и вообще по жизни. И чтобы вы были все здоровы. Да, Лизун? Доброе утро всем. Барсук ходит. Всех нету, а этот идет, он карапуз переваливается из стороны в сторону. Объелся. Объелся, Дима. Объелся. Барсучело. Кто там, Лиза? А вон. Лазит. Где ты лазил? А? Там я лазил. Где ты лазил, Митяй? И мы тебе рады. Ребята, а мы хотим поздравить наших деток. Да. У Юрика с Надюшкой сегодня годовщина свадьбы. 13-я годовщина свадьбы. О. Кружевная или ландышевая? Ага. Ребята, мы вас поздравляем. Поздравляю. Желаем вам здоровья, да, любви, лет. Взаимопонимания. Да, пускай в вашем доме царит мир, счастье, покой, вот, радость. Будьте здоровы и счастливы. Да. И так и продолжайте в том же духе. Да, пускай у вас будет даже все лучше, чем сейчас. Вот, пускай крепнет ваша любовь с каждым годом. Ну и все такое. И ландышей вам. С кружевами. Да, да. 13 лет пролетели, как один день. Ой, да. 13 то ли, лет. То ли еще будет. Да. То ли еще будет. Недавно только свадьба была. Ну что ж, годы летят. Внуки растут. Да, Матвею уже 8. Ух ты. Да, уже 9-й год Матвею. Ух ты. Скоро будет ребенок. Да, скоро уже вырастет. Будет взрослым. Вот. А мы чем занимаемся? Делами. Мелкими. Ну, не хочется ничем заниматься. Мелкими делами занимаемся. Вот он, Лешик. Все соскучились по Лешику. Вот он. А где я? Лешик потерялся среди гостей. Я? Ну, правда, я. Ветру давай. У нас скучно, тихо, грустно. Ребята уехали вчера вечером, Таня с Колей. Последние. Вот, да. Видео еще осталось, видео с ними я еще выложу, потому что не успеваю все выкладывать. Вот, ну мы уже вдвоем. Делать ничего не хочется. Руки не поднимаются ни на что. Стирку только закинули, да, Лешик? Ага. Первую партию повесили. Потому что постельку надо перестирать. Постельку, полотенчики. Все такое. Вот так. И жизнь продолжается. А сейчас смотрим видео еще с Таней и с Колей. Юрик уехал, а мы играем в домино. Так. 2, 6. Мы проиграем, Коля? Нет, не должны. Я тебе оставлю секунду. Да? Шо? Ну, и шо? А тут Леша, что есть? Через кассу не пробилась, сегодня пришлось с утра акцию сдавать. Да. Шестерки сторону-то. Тяни на себя.
нам с Колей фартит. Да, Коля? Да. Это да, Таня? Да, 99.34. Нет, рано сейчас. Ну, у нее один. Три. 13. Что? А у нас больше, да? 12. Все. Все. Вам повезло. Ну, кто что теперь будет делать? Танец бешеного козла? Джейрана. Джейрана. Степного. Танец степного Джейрана. Лешек, будешь исполнять? Что, Лешек, будем отыгрываться? Будешь спать? Кто спать? Нет, будем не спать, будем не спать. Ну давай. Играем. А что ты сказал до этого? Я спать пойду. До победы. Ну поехали. Не, никто спать не идет. Ладно, поехали. Так, давай, берись. Коля выспался, да? Берись. Какой выспался? За три дня. А что, не? Ну за три дня, но сегодня-то я не спал. Ну сегодня не спал, да. В смысле не спал? Сегодня мы колесили. Ночь была у всех, все как обычно. Не, все. днем. А ты что, уже переходишь на режим? Так, ладно, поехали играть дальше. Разбираем кости. Как лист. На сухую. Так тетенька играть не умеет. У меня своя стратегия. Да? Да. Ну, трошки да, так нормально по стратегии. Получите, распишитесь. О, как хорошо. Вам повезет завтра. Когда только. Не везет домино, повезет. Ну, любви, может, повезет. Сегодня. Повезет не так, повезет любви. Как ты говоришь? Как говорит старый еврейский пословица? Кнопа. Кнопа. Не везет ни в карты, не везет. Я даже и проиграл. Кнопа. Ты знаешь, что я не обижусь никогда. Ну, я знаю, что ты... Да и ну, я тоже не обижаю. Не, ну хочется выигрывать, конечно же. Ты что обижаться? Ну, как бы... Ну, то, что... Вот, ну, как... Ну... Маринка еще не полностью в курсе, как что играть. Не, Все равно что-то поставляет. Где-то что-то неправильно, где-то что-то правильно. Вот я, ну, вижу, что по игре. Все. Да. Надо не забыть. А может еще партийку? Понравилось. Давай покурим. Леш, будешь еще партийку? Не, надо спать, уже время. Леша, куда? В 10 часов уже, ты что? 10. Все. Да, теперь Леша. Едем в город. Выбрались на рынок. Сегодня рынок у нас. Так, а что мы швырнемся? И это... Стекла запотевают у нас. Наверное, кто-то, блин, вчера усугублял. Кто-то это я. Кто-то это я. А ну-ка руки подняли, кто усугублял. Я. На цементный завод. Я. На ликероводочный. Я. Нарядом на ликероводочной нет. Вот так. И не было. В общем, едем. Если что, купим.
привет. Маш, давай. Всем привет. Ладно. Выходите, люди добрые, заходим, берите, что хотите. Заходим, заходим. Все, все, все. Маш, сегодня не будет заброшки. Заброшки нет. А, ты имеешь в виду в замок? Да. Да. Вчера уехали в лес и закрыли, защелкнули замок, а ключ не взяли. О, на Колиной машине. Обычно у Лешика ключи с машинами. С машинами. С ключами. С ключами, да, от машины. Короче, пришлось все ломать и строить заново. Да. Да. Митяй! Митяй! Митяй, Митяй! Барсуки. Дима. Толстенькие такие, хорошие. Конечно. Дима. О, морда какая. Варежка, варежка маленькая. Дима, драчун. Глухам и шести липали, без дрался. Да? С кем ты дрался? Ну, ему положено. Егором. Может. Ладно. Ну что, пойдем? Да. Итак, что купили, ребята? Взяли пивасика. Это нам уже потом пришла такая мысль в голову. Мы когда заехали в наш магазин, тогда решили взять, отполировать. Короче, отметить завершение нашего праздника. Да, сегодня Таня с Колей уезжают. Грустно. А, это Лешик купил себе эти вот такие вот штучки для электрики. Вот. А у нас там есть рыбка. Спасибо Танюшке и Леше, нашим подписчикам, которые привезли нам рыбку, сушеная рыбка. Вот, посидим с Танюшей. Коле уже нельзя. Лешик пиво не любит. А мы вдвоем. Так. Хлебушек такой взяли. Взяли вот такое вот масло. Масло нерафинированное, которое вот домашнее, знаете, из семечек вот битое такое, которое жареное. Пахнет, пахнет из жареных семечек, да. Вот. 150 рублей такая бутылочка у нас. Так, Танюшка мне подарила вот такие вот мочалки. Купила. Потому что у меня металлическая. Такая, ух, ух, ядреная. Жесткая, да, у меня жесткая. Надо посильнее наклонить. Вот. Вот. А, вот еще один хлебушек такой купили. Белый и с отрубями, которые мы любим. Так, что у нас дальше тут? Так, тут у нас ливерная колбаска. Что-то, знаете, ностальгия такая пошла. Увидела ливерную колбаску. Сейчас с Танюшкой порежем вот так вот. И тын-тын, попробуем. Это настоящая ливерная. Да, не печеночная, а ливерная. И вот такую вот колбаску Лешик захотел. Сервелатика. Вот, взял. Не знаю, почем. Это у нас... Насколько у нас вытянула эта ливерка, Таня? Я не смотрела, может. Ну, что-то очень недорого. Это тоже, это мы на рынке брали. Не помню, сколько. Так, Таня купила себе вкусного масла по 590 рублей. Очень вкусное масло. Мы попробовали, очень вкусное. Такое, без пальмового масла. Это Танюшка себе купила. Так. Лешикино безобразие. Это что? А, и Танюшка себе еще взяла сыр. Не сырный продукт, вот такой вот колбасный сыр. Вот, не сырный продукт, а сыр. Копченый, да? Тоже, почем, Таня? Золотой кусочек на 175 рублей. На 175 рублей. Хороший такой, тяжеленький кусочек. Так, это тебе я в пакетик сюда. К маслу. Так. Что у нас здесь еще? А, и Таня для холодца взяла вот такую, ножек не было, хотели ножки взять. Взяли вот такую рульку.
Вот. Дома сварит холодец. Рулька по 120 рублей. А в Москве там, короче, дорого, да, Таня? Самое дешевое я видела 175. Ну, мы тут ножки смотрели в Пятерочке. 100 рублей ножки. Килограмм. 100 рублей килограмм. А у нас в магазине продают по 30 рублей килограмм ножки. Так, взяли вот такой кофе. Это для Коли. Коля пьет такой кофе. Таня говорит, вот этот кофе очень вкусный. Он недорогой и вкусный. Да. Мигель. Мигель Голд. Сублимированный. Так, и еще Таня для холодца взяли вот такое вот говяжье рагу. Для холодца самое то. Тут есть такие сахарные косточки, такие классные. Я вот всегда беру для бульона. Очень классно, мне очень нравится. Вот этот вот пакет 85 рублей. Здесь килограмм. Можно же брать, да? Говядинка. Мясненько. Ну и все. И семки. И семки мои. Все. Семок запаслась. Вот. 5 по 9 рублей. Семки. Вот так вот. Вот это вот все, ребята, что мы купили. А, еще вот этот сырок. Прорекламирую, классный сырок. Какой? А, который ты тут покупала, да? Да, да, да. А он разный, да? Вот такой вот. Вот такой Таня сырок покупает у нас в магазине. Елани. Продукт из Елани. Сыр очень вкусный. Вот. Если у вас есть такие сырки, попробуйте. Тане очень нравится. Вот она уже второй раз покупает такие сырки. Да, прошлый раз не было. Позапрошлый раз мы покупали. Прошлый раз они приезжали, заказали, чтобы им привезли через месяц. И вот привезли. Да. Купила 10 штук таких сырков. Вот. Вот они. Вот, ребята, вот такие наши покупочки. Все. А сейчас будем варить суп, капустняк. Будем пить пиво.